Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике я хочу показать, как мы из этого старого колеса, ржавый диск и шина на этом ржавом диске, как мы из него сделаем красивенную вазу для цветов. Итак, первое наше действие. Мы размечаем мелом участки, где будем резать. И рисуем вот такой вот рисунок. И так по всему кругу. Итак, мы разрисовали там, где будем резать. Это, в принципе, самая легкая часть нашей работы. Разметочка нашего колеса. Теперь приступаем к более трудной работе. Резать будем по вот этим разметочкам. Резать будем ножом. Нож берет трудно, но, в принципе, все возможно. Для того, чтобы нож легко резал, мы его макаем в масло. Машинное масло. Можно в отработку. Что мы используем? Отработку. Нож надо смазывать почаще. И эту процедуру повторяем по всей окружности шины. От начала до конца. И вот, наконец, мы закончили прорезку. Видите, по всему диаметру. Мы попрорезали. Проверяем, чтобы нигде не было захвата. Вот как здесь. Здесь не до конца дорезано. Ну, все это проверится. И, естественно, подрежется. После того, как все прорезано, мы переворачиваем наше колесо в такое положение. И начинаем выворачивать его наружу. Что мы сейчас продемонстрируем. Итак, начинаем выворачивать. Одному это сделать практически невозможно. Поэтому я пригласил помощника. И мы сейчас попробуем вывернуть это колесо. Не попробуем, точнее, а вывернем. Немножко сложно, немножко трудоемко. Смотрите, делаем постепенно, поджимая вот здесь. По частям. По частям. По частям. И что у нас постепенно получается? Вот такими вот движениями, ребята, мы это все делаем. Немножко можно запыхаться. Колесо было камерное. Естественно, камеру срежем. Извините, тупой нож. Ничего страшного. Сосок. И вот что у нас в результате получилось. Смотрите, вот такой вазон на подставке. Часть резины, которая осталась на диске снизу, это будет дополнительный упор на землю. Диск это будет возвышение. Ну, а вот эта форма резины вывернута, она будет как красивый вазон для цветов. Здесь засыпется земля, но, естественно, положится сюда прокладочка, чтобы земля не высыпалась. Оставим несколько отверстий для ухода воды. И потом, когда высохнет, прочистим, обезжирим и веселенько раскрасим. И вот таким вот вазоном он будет служить 1000 лет. Резина вечная. Это мы тоже покрасим, и будет красота. Все, спасибо за внимание. Было очень приятно с вами общаться. Если кому-то пригодится, я буду рад. До новых встреч!